Дизайн интерьера – новое увлечение семьи Селиховых. Идейный вдохновитель домашнего творчества – мама Оксана. Увидела на просторах интернета оригинальные органайзеры. Взяла несколько мастер-классов в сельском доме культуры. И дело пошло. В качестве расходных материалов мастерица использует в основном вторичное сырье – мешковину, оборки и рюши от старой одежды, пластиковые бутылки и ведра, картонные коробки. Из покупного только джутовая нить. Органайзеры, сегодняшним языком, это такая полезная вещь для хозяйства, особенно для нас, девочек, для кухни, для всяких мелочей, для спальни. Это для дома, вроде как и для уюта, и для полезности. Я так подумала, боже мой, неужели мне слабо? Я тоже так хочу. Тем более столько всего выкидывается. Один органайзер мы сделали там, в клубе. Я его принесла домой, у меня остались материалы какие-то. Я подумала, ну что один, мне же еще два надо. И мы сделали еще два. На трех оригинальных корзиночках для бытовых вещей Оксана не остановилась. Взяла в подмастерье своих дочерей. Вместе изготовили еще несколько практичных органайзеров. Под конфеты, нитки для вязания, а еще под ракушки, которые напоминают о летнем отдыхе. Есть уже и новогодний атрибут – яркий праздничный башмак из пластиковой бутылки и бельевой веревки. Моя мама еще та рукодельница. Она вяжет, но не просто вяжет носки, варежки, перчатки. Она вяжет полноценные вещи. У меня есть мое самое любимое платье, оно из хлопка, вязаное крючком. Теперь у мамы новое увлечение, оно затянуло всю семью. Мы делаем корзинки из старых ненужных вещей. Например, новогодний башмак. Лично я приделала бусины, плела из бисера леденцы новогодние. И эту шишку лично я принесла из леса. В семье Селиховых есть традиция привозить ракушки с разных морских побережий. Но лежать без дела они долго не будут. Мастерица уже задумалась над тем, как сделать из них органайзер-шкатулку. Оригинальная практичная вещь будет напоминать о поездке в Туапсе, Анапу, Евпаторию и Адлер. Юлия Сизинцева, Сергей Суханов, телевидение Нижневартовского района. Ахтиория. Специально для Югра-24.